Друзья, приветствую вас всех. У нас, как вы видите, идет дождь. И вспомнил еще один замечательный шепоток на дождь. Это снять проблемы в личной жизни. Сразу хочу вам пояснить. Снимет проблемы, это является скоропомощником, если проблемы есть на данный момент, то есть здесь и сейчас. А не общее там год уже длятся, а именно здесь и сейчас. Допустим, поскандалили, поругались там с супругом, супругой, еще что-то. Вот. И хотите убрать. А если идет дождь, выйдите прямо под дождь и читайте слова шепотка. Они будут у меня в первом прикрепленном комментарии. Читать нужно вслух 7 раз подряд. После этого ладошки вот так перед собой вытягиваете, пускай капельки у вас, капельки дождя покапают на ваши ладошки, и этими капельками вы просто протираете свое лицо. В словах шепотка вы увидите скобки, в скобках написано имя, вы называете вначале имя вашего супруга либо супруги, а потом называете свое. Ну все. Всех вам благ, удачи, успехов, крепкого здравия вам и вашим близким людям.